Продолжаются наши соревнования. Сейчас встреча команд «Татнефть» и «Сбербанк». Ее мы предлагаем вашему вниманию. «Татнефть» играет в частично белых майках. И остальная форма у них зеленая. Ну а «Сбербанк», как в той песне, весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Давайте сразу о составах. За «Нефтяников» играют на воротах сейчас Павел Голубев. Полевые игроки. 8-й Алексей Щукин. 77-й Максим Перязев. 11-й Айдар Низамов. 69-й Дмитрий Туторопов. И 10-й номер Борис Грановский. За «Сбербанк» выступают следующие. На воротах Андрей Мареев. Полевые. 2-й Александр Ганюк. 8-й Иван Каушнян. 9-й Андрей Корнеев. 10-й Антон Смолин. 6-й Сергей Хорошун. И номер 3-й Александр Юшкин. Я продолжаю комментировать сегодня футбол вместе с Андреем Ежиковым. Андрей, здравствуй. Доброе утро. Я думаю, что еще утро, уважаемые любители футбола. Продолжаем наши репортажи со стадиона «Янтарь». Приятно видеть на поле собравшиеся команды, готовые к бою, одна из которых уже сегодня положила в свою копилку 3 очка и по потерянным очкам продвинулась на одну строчку наверх. Да, действительно, матч будет интересным и во многом определяющим. За счет набора очков у нас сейчас «Сбербанк России» поднялся на 3-ю позицию, но у «Интеррао» будет 2 матча в запасе, при этом непростых. Поэтому «Сбербанку», ну, в любом случае, надо набирать очки до решающего тура. Осталось совсем немного. Сегодня предстоит сыграть несколько матчей, и 18 мая будут поединки. После этого будем подсчитывать очки и подписывать кубки и медали. Поэтому наступает то, что называется в деятельности проектной дедлайн. Тот момент, когда уже ошибаться нельзя ни шагу назад. И вместе с Андреем мы говорили о факторе майских праздников. Не так ли, Андрей? Тут ты можешь пояснить, в том числе относительно своей команды. Что сегодня ожидать от Транскредитбанка? Соберутся ли все ребята? Ну, конечно, больше внимания на поле, но применительно к нашей команде хотел сказать, что многие клубы сегодня могут испытать проблему майских праздников, что сейчас за неделю до каникул вполне возможно кто-то уже разъехался на отдых, и потери будут, вот как мы, возможно, с этим связано то, что неполный состав в предыдущей игре собрал связной практически без замен. «Татнефть» играет у нас сейчас с одной заменой. Что касается нашей команды, то у нас потери минимальные. Единственное, опорный полузащитник Антон Рехин будет в запланированном отпуске. Ну а что ждать от команды? Настрой хороший, будем бороться. Тем более все прекрасно понимают, что то преимущество, которое есть, оно ничего не гарантирует. И впереди остались 6 матчей с очень сильными командами. Да, небольшие потери в составе есть у команды «Татнефть», в том числе нету Усманова Роберта. Он обычно вместе с Низамовым Айдаром играет исключительно в нападении, но Низамов на месте, да и остальные ребята тоже вполне себе мастеровитые. Поэтому пока равная игра. Надо сказать, что и «Татнефть», и «Сбербанк» играет в такой, в атакующей манере всегда. Ребят не любят прижиматься к собственным воротам, поэтому столкнулись две команды, исповедующие именно атакующий футбол. Ну, правда, с поправкой на то, что «Сбербанк» больше любит играть в такие затяжные передачи. Иногда со своей половины площадки начинают они атаки, долго мяч перекатывают. Потом, когда открывается свободная зона и свободный игрок, туда и следует передача. «Татнефть» в основном старается перекатывать мяч уже на чужой половине поля. Поэтому небольшая разница есть. Практически половина первого тайма прошла. Ни одного забитого мяча. Супер голевых моментов. Ну вот, пожалуй, вот это один из немногих. Одна штанга была. Мяч ударился тогда о каркас ворот «Татнефти». Ну, «Сбербанка» пока получается больше. Видимо, «Татнефть» решила сделать ставки на контратаки. Андрей, наверняка твоя команда встречалась с «Татнефтью». Помнишь ли ты эти матчи?
Да, разумеется. Вот сейчас подождем завершение этой атаки. Как ты верно отметил, Татнефть действительно характеризуется контратакующей игрой. Два футболиста, Усманов, Низамов, которые всегда быстро бегут, могут хорошо, так сказать, и вдвоем, и в одиночку разыграть комбинацию впереди. И все-таки это тот клуб, который не любит шибко долго держать мяч. Команда старается провести разящую атаку, а потом быстро откатиться назад. Ну вот сейчас быстрый переход, 3 в 3. И дальше, если, как говорится, удается довести до удара, замечательно. Нет, вот минут назад мы стали свидетелями, как вратарь Сбера быстро ввел мяч и прошла быстрая контратака. Поэтому, тем более в отсутствии Усманова, сейчас Татнефти, конечно, уповать нужно на контрвыпады. И главное, чтобы сил хватило даже не сколько бежать вперед в таких выпадах, сколько возвращаться. Потому что в эти 5 минут мы видели в исполнении СБ, рассказывает, что команда вторая игра, команда уже втянулась. И видно, что, по крайней мере, так сказать, уже как почерк, трижды после длительного розыгрыша мяча старались вывести игрока напротив ворот в районе 6-метровой линии под удар. Дважды удары прошли, один раз выше ворот, один раз замечательно сыграл вратарь. Так что стиль, на который уповает Сбер, по крайней мере, в этом матче, он тоже понятен. Не думаю, что Татнефть отдала инициативу сопернику, Сбер ее просто забрал в свои руки, ребята поактивнее видят. Но нефтяники достаточно грамотно защищаются, по крайней мере, процентов 60-70 ударов, которые соперник пытается осуществить, они накрывают. Так что главное сейчас избежать вот этих провалов в обороне, и вполне-вполне Татнефть может пополнить очковый запас. Не могу с тобой не согласиться. Кстати, сейчас следует нам, наверное, обратиться к турнирной таблице. Посмотреть, что у нас в активе Татнефти, на что ребят претендуют. Ну, не густо, скажем так. У них с очками после 8 матчей 7 набранных баллов. И только одна победа была у команды Татнефть. Ну вот по ничьим они, мне кажется, просто поставили рекорд в этом сезоне. 4 раза они сыграли в ничью. Притом добились они этих результатов с команд... Да, вот отвлекся я сейчас из ленточки буквально. Защитник Сбербанка вынес мяч. Но здесь ничей тут, наверное, не пахнет, потому что команды просто бросаются на чужие ворота. Татнефть — один из немногих моментов, когда они пребывают в затяжной атаке. Непривычно это для них. Тут самое главное — мяч не потерять и в обороне не провалиться. А вот сейчас потеря. Сбербанк умеет быстро контратаковать. Тактический фол. Перязев свалил вполне осознанно. Кстати, первое нарушение правил во всем матче. Поразительно. С одной стороны, а с другой стороны логично, потому что мало футболисты идут в дриблинг. И здесь просто тяжело чужую ногу-то найти. Все эти ноги слишком далеко. Индивидуальных единоборств практически нет. Снова Перязев. Один из самых опытных защитников, наверное, во всем нашем чемпионате. Играет давно. Было время, когда сезона полтора он пропустил из-за травмы. Но вот сейчас, по-моему, он вернулся в свою привычную форму. И уже никто ее не сможет. Никто не сможет его из этой формы вывести. Щукин. Тоже опытный человек. Вообще, Татнефть этим составом играет очень и очень давно, по-моему, с самого основания. Пришел сезона два назад Грановский. Придал дополнительный импульс команде. Все остальные футболисты играют уже очень много лет. Ну, вот голкипера также заменил Татнефть. Неизвестно, с чем это связано. Аут вводит Сбербанк слишком долго. Он вводился, да и решение было принято какое-то такое смазанное, по-моему, больше импульсивное, чем обдуманное. 18 секунд остается до финального свистка. Можно подвести итог, но здесь не будем вдаваться в подробности, дорогие друзья. Вы все видите сами. Достаточно комфортный футбол и для Сбербанка, и для Татнефти. И поэтому
Вот цифры на табло максимально отражают соотношение сил команд. 0-0. Мы ждем продолжения борьбы. И во втором тайме обязательно будет развязка. У нас продолжается второй 10-минуткой поединок Татнефти и Сбербанка. Счет 0-0. Вы знаете, вот когда смотришь сериалы, там, когда начинается очередная серия, то делают такой экскурс в прошлые события. Вот если мы перед вторым таймом начнем делать экскурс в первый, рассказывать все то, что там произошло. Мне кажется, тут всех 10 минут и не хватит, потому что событий было очень много. И счет 0-0 не отражает общее количество опасных моментов и усердия команд в направлении чужих ворот. Моментов голевых создается достаточно много. Обе команды заряжены на победу. Практически оптимальным составом они сегодня приехали. Но вот за исключением отсутствия Усманова, все основные игроки у нас на площадке. Совсем немного замен, правда, у Татнефти и Сбербанка. Ну, для Татнефти это привычно. У них скамейки никогда не было длиннющей. Один человек, если там сидит, то хорошо. Два — это вообще повод для того, чтобы торты покупать. Опасный момент, и его реализовывает нападающий Сбербанка. Счет становится 1-0. Но это, дорогие друзья, только начало. Татнефть вообще славится тем, что умеет вытаскивать непростые поединки. Этот сезон, конечно, не подтверждает мой тезис, потому что Татнефти была только одна победа. Все остальное ничьи, как я уже говорил. Поэтому сегодня нужно очки набирать. Дальше уже откладывать эти действия ни в коем случае нельзя. Победа, кстати, была одержана над командой Связной, что тоже достаточно интересно. Связной все-таки в первых турах наших соревнований показывал себя как один из лидеров на победу. Сегодня нас удивил своей несобранностью относительно состава. Но тем не менее. Андрей, не складывается ли у тебя впечатление, что начинают потихонечку заканчиваться силы у Татнефти? Не так они хорошо готовы физически, как Сбербанк, который сейчас носится по площадке. Да нет, я бы, честно говоря, не сказал. Просто гол стал следствием вот этой тактики Сбера, про которую мы говорили в первом тайме. Команда, в конце концов, с третьей попытки реализовала перевод с края мяча на 6-метровую линию через стенку. И игрок по центру, оказавшись один на один, беспрепятственно поразил ворота. Здесь, скажем так, причина гола не физические кондиции, а вот хорошо разыгранная комбинация. Нападающий игрок в момент начала этой комбинации стенки. Вот сейчас посмотрим выход у Низамова. С края, правда, выходит, но угловой удар. Защитник успевает накрыть мяч. Единственное, бросилось в глаза, что в первые две минуты второго тайма Татнефть попыталась так повыше Сбер встречать, оттеснить их с своих ворот, но не получилось. И опять же, это вопрос не физической готовности, а уровня мастерства у сберовцев. Ну, по крайней мере, вот чисто потому что мы видим, он повыше. Но Татнефть руки не опускает. Вот, по крайней мере, я смотрю, Перезев так активно пошел вперед. Щукин с мячом в районе центральной линии поля. Перевод налево. Но вот сейчас оккупировали половину поля соперника. Да, вот на... То здесь, честно говоря, так это Перезев не пошел вперед. Видимо, понимаешь, что отдал не лучшим образом. Испугался возможной потери и остался. А партнер сумел обработать мяч. Ну вот Сбер, 2 в 2, атака. Нет. Здесь защитник встретил хорошо. Плотный контакт. И в итоге фол со стороны Сбера
Перехват мяча в центре поля. Достаточно жестко с Грановским обошлись, но партнеры подстраховали, подобрали мяч. Выход по краю. Да, вот когда дело доходит до такого короткого рывка со старта на 2-3 метра, сберовские защитники успевают за нападающими Татнефти и накрывают эти попытки ударов и прострелов. На моей памяти, вот, по хорошему счету, один голевой момент был в первом тайме, когда мяч от вратаря летел в сетку, и защитник успел вынести его из линии ворот. Так, а вот у нас очередной фол у Сбера. Второй еще только. Еще только второй фол. Ну да, времени остается не так много. Сбер аккуратно отошел назад и ждет возможности при отборе провести контратаку. Вот сейчас видно, что уже 3 в 2. Щукин так с трудом возвращается в оборону. Нет, не удалось обработать. И тайм-аут. Сбербанк берет тайм-аут. Мини-пауза у нас в игре. Ну что ж, давайте сейчас попробуем послушать обсуждения, которые будут проводить команды. Все-таки не просто так они брали тайм-аут. Тут вряд ли можно это списать на отсутствие сил, наверное, посовещаться хотят. Послушаем. Возвращаются команды на поле. Да нет, пожалуй, не обсуждать. Они уходили на тайм-аут, а действительно отдохнуть. Игра очень энергозатратная. Много перемещений по площадке. Ну что ж, это характерно для мини-футбола. Другое дело, что обычно команды собираются более длинным составом. Две замены есть у Сбера. Притом сейчас на скамейке сидят как раз основные игроки и нападающие Сбербанка. Ну, такой уж характер футбола и тактика команд. Перебегать друг друга они собираются. Сбербанк в привычной затяжной атаке. И будет столько пасов назад, сколько будет необходимо. Не получилось пробросить. Мяч попал в руку Щукина. Обратно себе зеленый выцарапали мяч. Снова никуда не торопится. Время, конечно, играет за Сбербанк. Имеют они преимущество в счете, но преимущество минимальное. Полагаться на него было бы слишком самонадеянно. Перязев с мячом. В тайм-ауте говорил он о своих намерениях пойти в атаку и действовать больше на чужой половине поля, нежели на своей. Хотя Перязев, конечно, обычно хороший именно как разрушитель. В этом смысле Грановский, как мне кажется, больше подходит на роль того футболиста, который будет посылать мяч в ворота. Великолепный у него дриблинг. Попытался несколько раз сегодня обыграть защитников один в один. Мяч срезался с ноги Щукина, отправился туда, далеко на трибуны. Свалился, откровенно, с ноги. 2 минуты и 30 секунд до финального свистка. Тут, если делать какой-то прогноз, конечно, дело неблагодарное, но мне кажется, что здесь опять пахнет ничьей. По крайней мере, ну вот, кажется мне, что Татнефть все-таки наиграла на гол, а усилий Сбербанка, если уж так смотреть по совести, мне кажется, больше хватает с точки зрения справедливости именно на ничейный результат. И сейчас возможность для забития мяча. Ушел нападающий от защитника. Вратарь уже на паркете встречал. И продолжается атака у нефтяников. На пятачке там забодали Грановского. Контратака Сбербанка. Можно забивать. Вратарь великолепно сыграл на выходе. Перязев. Такой размен пошел. Перязев потащил мяч вперед. Довели до штрафной. Теперь надо пасовать и дело до удара доводить. Просто настоящая рубка идет. И снова вратарь у Татнефти спасает ворот своей команды. Угловой будет. Но вот из трех матчей, которые сегодня прошли, этот, пожалуй, самый напряженный, непредсказуемый.
И самый активный. Еще один удар по воротам. Нет, мяч все-таки просочился, да. Такой, конечно, получился вратарский голешник. Обидно за голкипера, но здесь и защитники слишком часто позволяли бить своим оппонентам. Меньше минуты до финального свистка, 50 секунд. На два мяча не получится уже отыграть у Татнефти. И можно подводить, наверное, итоги этого поединка. Сбербанк закрепляется у нас на третьем месте в турнирной таблице с поправкой на предстоящие матчи Интеррао, которые могут позволить Интеррао вернуться в борьбу за бронзовые награды. У Татнефти будут еще впереди поединки, поэтому вешать бутсы на гвоздь или кидать их обратно в сумку еще рановато. Можно побороться, тем более состав у команды сегодня боевой. Ну что ж, матч получился очень неплохой, активный, интересный. Но вот вратарь снова у Татнефти великолепно играет. Очень обидно, что пропустил такой мяч. Смазал немножечко впечатление от своей игры. Но это больше, конечно, вина защитников. Ждем следующие матчи.